Медиакорпорация Китая выпустила документальный сериал о городах Поднебесной, которые славятся уникальными традициями и богатой историей. Проект получил название «Понимание эпох через культурное наследие». По замыслу авторов, он откроет путь к пониманию прошлого и настоящего через демонстрацию того, как китайские города менялись на протяжении веков. К работе над сериалом медиакорпорация привлекла специалистов из Министерства жилья, городского и сельского строительства КНР. Этот проект стал отправной точкой долгосрочного сотрудничества ведомства и медиахолдинга по построению современной китайской цивилизации. Соответствующее соглашение подписали на премьере сериала. Глава медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн отметил, сериал с новой стороны покажет историю Китая, тем более, что съемки и монтаж выполнили таким образом, чтобы вызвать у зрителей полное чувство погружения в городскую среду. В каждой серии рассказывается об одном городе – от столицы фарфора Цзиндэцзэня до Суджоу, который известен на весь мир своими классическими садами. Посмотреть сериал о городах Поднебесной можно будет не только по телевидению. Эпизоды уже доступны на интернет-платформах медиакорпорации.